Желаем, чтоб проблемы обошли вас стороной, чтобы грели душу ласка, нежность и любовь, чтобы уверенным было ваше завтра. С 8 марта вас, 8 марта. Желаем, чтоб проблемы обошли вас стороной, чтобы грели душу ласка, нежность и любовь, чтобы уверенным было ваше завтра. С 8 марта вас, 8 марта. Спасибо, милые, за все, за светлый лучик в душу, за дни без серых туч. Знаете, вы самые лучшие, за доброту и ласку мы благодарны вам. И это не для песни, а от души слова. Пусть каждый день, как сказка, довольно хватит слез, довольно серых дней, пусть ярче светят звезды. Спасибо, милые, за все, что вы нам дали, за свет души, за тот, что ярче с годами. Вот и настал тот день, 8 марта, нам пора дарить нашим девушкам подарки. Подарки, пусть будет эта песня. Одна чисто души и от всего сердца. Я желаю, чтоб везде был сегодня праздник, и улыбки девушек сегодня зажигались. И эта песня звучит сегодня для вас, что со мной сейчас. Желаем, чтоб проблемы обошли вас стороной, чтобы грели душу ласка, нежность и любовь, чтобы уверенным было ваше завтра. С 8 марта вас, 8 марта. Желаем, чтоб проблемы обошли вас стороной, чтобы грели душу ласка, нежность и любовь, чтобы уверенным было ваше завтра. С 8 марта вас, 8 марта. Сегодня праздник у всех девушек этого мира, так что принимайте поздравления от своих любимых. Пожелаем много ласки, океан любви, чтобы где-то на Канарах открывался море вид. А теперь слова для моей девушки любимой. Желаю, чтоб любовь так и осталась непоколебима. Ну а я буду счастливой делать тебя каждый миг. Будь со мной как за стеной, и я с тобой, милая. Эта песня подарок дамам к 8 марта, в которой поутру парни несут кофе в постель. Вам может неумело сделан завтрак, но не в этом дело. Всего лишь каплю радости сегодня дать вам хотели. Наверное, пора вести международный женский год. Для той одной его я посвятить готов. Возможно, два, и все года готов отдать, если перевесит ее сердце и скажет мне да. Желаем, чтоб проблемы обошли вас стороной, чтобы грели душу ласка, нежность и любовь, чтобы уверенным было ваше завтра. С 8 марта вас, 8 марта.